Продолжает работу Центр видеонаблюдения регионального штаба общественных наблюдателей. Он располагается в главном корпусе опорного вуза республики по адресу город Элиста, улица Пушкина, 11. В режиме прямой трансляции наблюдатели могут следить за легитимностью избирательного процесса. Также штаб открыт для всех граждан, любой желающий может посетить его. Структура пункта позволяет своевременно и быстро реагировать на все нарушения в работе избирательной кампании. Находящиеся в штабе могут вести наблюдение как в режиме онлайн, так и просмотреть сделанную с видеокамеры запись с участка, где был зафиксирован какой-то инцидент. На 14.30 штабом общественного наблюдения за голосованием не было зафиксировано ни одного нарушения со стороны УИК. Соответственно, пока работа идет в штатном режиме, и мы продолжаем нашу работу, как я уже говорил, в течение дня до 20.00 мы будем уже непосредственно наблюдать за процедурой, процессом голосования. И следует отметить тот факт, что это впервые у нас в республике центр видеонаблюдения, наш штаб будет работать 24 часа. То есть мы круглосуточно будем смотреть уже и после закрытия УИКов, и любой желающий республики, соответственно, может прийти и включиться в нашу работу. Также мы приглашаем и представителей политических партий подключиться к нашей работе.